На все 100 не справились. Дорожные работы в Омске за прошедший год в полном объеме не выполнили. Об этом на пресс-конференции по итогам года заявил заместитель министра строительства Омской области Александр Фрикель. По словам чиновника, городской автопарк изношен почти на 80%. Техники не хватает. При этом в следующем году в регионе собираются отремонтировать дорожное покрытие еще на 2 миллиарда рублей. В 2017-м правительство намерено обновить и автопарк. Что мы можем сделать с нашими там 250 единиц техники, которая там уже с большим сроком эксплуатации, с износом там и так далее. Там в каждом ДЭО, их у нас 5, в каждом ДЭО там в течение так сказать, ночной смены там по 4-5 единиц сходят в ремонт, там кто-то возвращается, кто-то уже не возвращается.